Здравствуйте! Сегодня нас ждет большой футбол. Футбол международного статуса и, хочется верить, международного класса. Меня зовут Георгий Черданцев, моего коллегу Константин Генич. Давайте пожелаем нам всем хорошего футбола. Сегодня сборная Мексики играет со сборной Португалии. Мексика сегодня в таком составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Состав сборной Португалии сегодня. Кажется, команда настроилась сыграть матч от обороны. И только игра покажет, было ли это решение правильным. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперников. Штангу мяч угодил, играй! Есть поддержка в этой атаке, можно что-то придумать тут. Ну, конечно, напрашивается спор, кто лучше, Криштиану или Месси, но, пожалуй, мы сегодня с тобой эту тему развивать не будем. Согласен. Давайте просто полюбуемся игрой одного из самых неординарных и одаренных игроков последнего времени. Дамы и господа, мистер Глянец, Криштиану Роналду. Перейра. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Штрафной в пользу сборной Португалии. Опасно подать штрафную именно отсюда. Штрафную мяч подает. И выносится мяч из штрафной. Португалия идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Пресс очень сильным получился, и мяч будет введен в игру из аута. Мигель Лаюн. Эктор Эррера. Эрнандес. Вела. Великолепную игру демонстрирует защитник. Жоао Марио. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нет, не дошел этот пас до адреса. Португалия выполнит штрафной. Карлос Вела. Гонсало Гедеш. Есть хороший адрес для передачи. Лосано. Вела. Мигель Лаюн. Гвардадо. Долго. Нужно забивать и выходить вперед. Открыт счет в этом матче. И сейчас игра пойдет поживее. Интересно, как изменится игра после этого гола. И вряд ли он станет последним в этой встрече. Сборная Мексики стала лидером в этом матче. Посмотрим, что будет дальше. Бернардо Сильва. Криштиану Роналду. Вы его, конечно, узнали. Криштиану Роналду уже не просто футболист, он часть современной поп-культуры, икона стиля и пример для подражания. Криро уже давно и футбол, и шоу-бизнес. Впрочем, в этом нет ничего плохого. Свое право на славу Роналду доказывает в каждом матче. Гонсало Гедеш. Криштиану Роналду. Удар! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Криштиану Роналду. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Адриан Сила. Жоао Марио. Навес напрашивается. И пробил игрок. Рафаэл Герейро. Вот это да! Отлично сыграно. Вела.
Свисток судьи и первый тайм закончен. Тем, кто только что подключился к нашей трансляции, напомню, что играют сборные. И это товарищеский матч. С разницей в один мяч ведет команды. И я так думаю... Итак, второй тайм начинается. Португалия в центре поля. Жоао Марио. Мигель Лаюн. Вильям Карвалю. Криштиану Роналду. Рафаэл Герейро. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мячах? Вратарь, что ты делаешь? Ну нельзя же так! Роналду! Пушка страшная! Неплохой удар. Не точно, но довольно опасно. Мы видим, что возникают возможности для взятия ворот. Чуточку собранности, точности и везения. И все, тогда мы увидим гол в этом матче. Португальцы переходят в атаку. Криштиану Роналду. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Эктор Эррера. Лосано. Хавьер Эрнандес. Опасно! Думаю, он даже не заметит этого промаха и будет рваться бить еще и еще. Ну, на то он и бомбардир. Забил уже сегодня, а хочет забить еще больше. И Пепе выносит мяч. Угловой мексиканская сборная подаст. И прямо в центр штрафной мяч летит. Хороший вынос мяча из штрафной. Бьет! Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Неплохо он смотрелся на поле в первом тайме, так ведь? Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум пару. Какой момент! Нужно бить! Мексиканцы будут угловой подавать. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Теряет атака мяч. В штрафной вынос. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим соперника. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации, достойная награда. Есть удар! Забирает мяч голкипер после очень даже неплохого удара. Корона. Рауль Хименес. Эрнандес. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Блестяще он с соперником разобрался. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Жоао Маутиньо. Рафаэл Герейро. Роналду. Португалия идет вперед флангом, и там есть свободная зона. Ну, удар не очень опасный, и Ачо без проблем справляется. Рито. Здорово перемещаются игроки, чувствуют друг друга, сыгранность отлично. Да, разыгрывают мяч просто шикарно. Видна работа в тренировочном процессе. Восемь минут и компенсированное время. Вот все, что остается в распоряжении команды. Почти не ошибается он сегодня в передаче. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Игра близится к завершению. Команда разделяет всего один гол. И за 5 минут можно успеть все поменять. Посмотрим, что предложит команда. В офсайде оказалась команда.
Вратарь выносит мяч и разряжает обстановку. Вильям Карваль. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что, возможно, это решающий момент матча. Хотят максимально поддержать свою команду. Хавьер Эрнандес. Перейра. Этот товарищеский матч сборных завершен.